За год реализации проекта с дипломом в село в Кустанайской области в сельскую местность переехало порядка 4000 молодых специалистов. На их поддержку из бюджетов было направлено более 4 миллиардов тенге. Но, как отмечают представители областного акимата, окончательно решить проблему кадров на селе в регионе не удалось. Вопрос обеспечения занятости для нашей страны актуальны на сегодняшний день, и действующая с 2014 года государственная программа «Серпын-2050» призвана решить эту задачу. По данной программе в области обучается более 2000 молодых людей из южных регионов страны. В текущем году выпускается более 700 молодых людей, которые будут нуждаться в трудоустройстве. В апреле текущего года планируется проведение областной ярмарки вакансий. Эта ярмарка даст положительный результат. Почему? Потому что мы решаем, во-первых, трудоустройство выпускников. И второй вопрос, мы уже по программе ЕНБЕК, акимы могут поработать по переселению. В прошлом году в Кустанайской области действовал совместный проект Всемирного банка развития, Министерства образования и науки JAS Project по развитию предпринимательства среди молодых людей. Грантовое финансирование 230 миллионов тенге получили 143 проекта. В областном акимате решено эту идею развивать и дальше. Теперь бюджеты городов и районов должны найти деньги для помощи другим молодым бизнесменам. Аким Кустанайской области поручил также решить проблему с жильем для молодежи, повышением стипендий и строительства общежитий, предусмотренные в социальных инициативах президента. Теперь вот по КГУ, Кустанайский государственный университет имени Ахмеда Байтурсунова. Здесь лежал небольшой конкурс, 10 работ по зданию оборудованной фабрики «Алпамос». Потому что завтра его продает конкурс управляющий, по моей информации. Купит какой-нибудь там предприниматель, будет просить открытие рынка в центре города, по проспекту Тауэр Сиздык. И так стесненные обстоятельства там не должно быть. Там, если КГУ сможет участвовать и выкупить, тогда можно несколько зайцев одним выстрелом убить. Это и общежитие открыть, какой-то открыть там бизнес-инкубатор для молодых студентов, какой-то там лаборатории, другие какие-то помещения. Хаб – это будет опорный вуз в нашей области. Также областным управлением поручено подготовиться к проведению молодежного информационного слета сельской молодежи и казахстанско-российского форума молодежного сотрудничества, время проведения которого совпадает с торжественным открытием Дворца молодежи в Кустанае. Диара Ахмечен и Татьяна Калюжная, РТН.